Коллектив ООО «Газпром Трансгаз Томск» работает в особом режиме, как и все предприятия группы «Газпром». На предприятии приняты все необходимые меры по защите от коронавирусной инфекции. Большая часть персонала трудится в удаленном режиме, но на рабочих местах находятся сотрудники, которые задействованы в обеспечении непрерывной деятельности газотранспортного предприятия. Компания эксплуатирует объекты повышенной опасности, контроль за работой которых обеспечен в круглосуточном режиме. О том, как диспетчерская служба решает свои производственные задачи, рассказывает начальник службы, главный диспетчер Виктор Киселев. К нам в диспетчерскую поступает информация о режимах работы газотранспортных систем, входящих в зону деятельности общества. Отсюда мы осуществляем управление газопроводами, газораспределительными и компрессорными станциями. Высокий уровень телемеханизации объектов позволяет осуществлять управление дистанционно, без дополнительного привлечения персонала на местах. Наша основная задача – бесперебойная транспортировка газа до потребителей 14 регионов. От Омска до Камчатки и от Нижневартовска до Горного Алтая. Оборудование работает в штатном режиме. Сложившаяся ситуация с коронавирусом не приведет к ухудшению плановых показателей. Мы гарантируем надежное газоснабжение потребителей Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов.